Егор Крид будет моим. Я знал всегда. Я пошел к своей девушке. Назвали костюм! Почувствовал конкуренцию, наверное, что кудрявая опять в теме. Прикольный контент делает. Заметили, парень на Егора Крида похож. Может, тебе там, где у меня шишка, потрогать рукой? Всем привет, меня зовут Настя Уколова, я актриса, и сегодня я играю бывшую Егора Крида. Я же актриса, я не елка, я не елка. Пожалуйста. Пожалуйста. Я театральное училище закончила 4 года при академическом малом театре. У вас самая близкая сцена сегодня. Да, я не буду, у меня дублер. Но он на меня насыпь прям на елку, мы же решили, да? Сейчас я отолью, ребят. Я все думала, ну когда же он меня пригласит, ну когда? Привет. Как тебе мое видео? Отлично. А девочка с картинки? Это вообще лучше. Ты туда посмотри бэкстейдж, я спела все твои песни. Еще сделай такой. Это девочка с картинки. Еще не находишь, все. Кажется, что в волосах ее резинки, твое нафиг платье и подушек. Я ширинку расстегиваю. Ты не узнаешь, где ее татуировки. А, да ты что, серьезно? Ты будешь писать? Ну я чуть-чуть, блядь. У тебя сейчас все отмерзнет. Балдеж. Я стану популярной? Ну, ребят, мы готовы. Прямо сейчас поставьте большой палец вверх. Да, потому что мы стараемся, снимаем для вас новогодний подарок. Качественный контент. Ты к ним поворачиваешься. Ты не смогла простить, что я теперь с другой. Не жди звонка, малыш, не наберу даже пьяный вновь. Прикольный контент делаем. Оставь. Прикольный клип будет. О, а что снимаешь? Круто, а вы там смонтируете на лошадинку. Лиза! Движение тут модное, да? Да. Типа, знаешь, Пудин. Пудин. Ты будешь делать реакцию на это? Конечно. Ну, а потом, да, реакцию так бесконечно понял делать. Ой, это я! Это я! Актер! Понял, я говорю, здорово, елка, у меня такой нож достает, блин. Серьезно? Да, у меня перочинный ножик такой. Он достает нож? Это функционал елки, блин, чуть не заколол нахуй. Стало сейчас так, что мы видим дом. Юр, у нас никого сейчас нет в доме, поэтому мы не можем такой кадр держать. Ребята, если вам когда-нибудь нужен будет клип с графикой, Саша Романова. 2000 years later. Зато хайп какой. А, стоп! И Настя пошла. Вы знали, какие я там шутки заряжал? Я, короче, мы где-то снимали дубли 8, наверное. Я каждый раз новую шутку шутил. Шутка от Бустера. В семье скелетов родился сын. Назвали костюм. Он как сказал. Настя идет, Настя. Шутка от Бустера. Ребята, шуточка. Русалка села на шпагат. Еще мне кажется, что это будет дико смешно. Потому что каждая девчонка сможет узнать себя в моей героине. Ну, потому что мы все как бы следим за бывшими. Я рядом, я как бы мудрая женщина. Вот он все равно ж вернется домой. А где Бустер? Так сегодня не задерживайся, я утку запекла. Твою любимую. Ну, Саныш, привет. Саня. Будни холостяка, это телеграмма. Ну, кто, думаете, создал? Я, конечно. Ну. Подписывайтесь на самый крутой телеграм-канал. Ссылка в описании. Аудиторию держать надо. Мы-то и придумали с родным. Егор Крид будет моим. Что? Бля, прикольная штука. Надо такую комнату повесить. Уважаемый Егор хотел подзорную трубу, да? А ее я бы вынула из-под себя, да?
Дорогие друзья, хочу сказать мнение тиктокера, который приехал сниматься на клип Егору Криду. Во-первых, я офигел, потому что Егорчик со всех ребят выбрал меня. Я такой, почувствовал конкуренцию, наверное, что кудрявый опять в теме. Смотрите, очень круто, очень нравится. Блин, продакшн реально все максимально качественно. И мне кажется, на выходе мы получим такую пушечку, что вы понимали, мы будем не просто массовкой. Наконец-то от нас кто-то посмотрит. Не просто там, где мы на фоне под песню Егора Крида тусим. Поэтому, я думаю, это будет очень круто. И отдельное уважение Егорчику за вкусную колбасу. Спасибо. Я же все клипы, сценарии придумываю почти все. И режиссирую сюда. У нас первый кадр клипа. Вот это. Тебе не надо знать, как мои дела. Не занимаю. У нас типа кадр от меня, от крупняка, поднимается наверх, вот так крутится. И я лежу на каталке, скорая помощь. Ребята, мы прямо сейчас снимаем начало и конец клипа, на улице очень холодно. Я весь обклеен штуками, которые делают тепло. На этой каталочке буду лежать и петь начало, потому что меня отрубили. И меня врачи, в общем, заносят туда. Ага. Вы держите каталочку, чтобы она не уехала. Тачик крутал, блин, такой молодой, блин. Ну что случилось-то, блядь, Снежный человек, нахуй. Знаешь, сколько снега в горло? Ну, давай концовку снимаем, а пусть скорая уезжает. Ребят! Да! Кто-нибудь! И на этом кат. Ребят! Кто-нибудь! Типа, кто умеет делать искусственное дыхание? Здесь Игорь Синяк говорит, я умею. Она видит, что синяк идет, он такая, к нему. Она смотрит на это, такая. Давай такой кадр сделаем, смотри. Я типа сижу, они такие, хоп, все, поднимают. Телефоны, да. Я такой. Вы что, серьезно? Я просто подавился. И потом, типа, серьезно, и все таки типа... Серьезно? И потом бабич говорит... С Новым годом! Берет я тоже курс взял. С Новым годом! Пуф, и... Ура! Это то... Это Точка. Может, тебе там, где у меня шишка, потрогать рукой? Бля. Ну что ты нас слышишь? Это утро, брат, подожди. Сейчас все будет. Кто-нибудь умеет делать искусственное дыхание? Я умею. Так, да? Да. Ребята, вот давайте так договоримся с вами прямо сейчас. Если под этим бэкстейджем будет 100 тысяч лайков... Не, 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 стой, стой. 150? 200 тысяч лайков. 250, да, 258. 259. 259 тысяч лайков, скажи, то мы делаем стрим на Твиче совместно с Бустером. Это изи. Вот, блин, потому что, ну, я не стримил уже полгода. Это изи. Так что, ребята, если вы очень долго просили стрим... Лайки бесплатные, ребята. Да, вашу просто активность, вашу активность проявите и прямо сейчас вот опуститесь вниз. А можешь мою джорджу принести синий? Синий джорджу. Ты маму мах, а тата мах. Они на входе где-то, да. Что это? Что это? Просто в доме, типа, стоит? Егор, вместо зеркала. Какие натуре, типа, зеркало. Типа, общаются. Да, да, ты с пацанами. Ой, с девчонками. Ребятами. Что с вами? Ой, с девчонками. Подожди, дай. Меня зовут Лиза, и я нахожусь на съемках клипа Егора Крида. Мне очень приятно здесь находиться. Спасибо большое за эту возможность. Спасибо Егору, спасибо команде. Здесь очень классный вайб, очень крутые ребята. И для меня большое удовольствие работать сегодня здесь. Поехали. Лучшая роль, лучшая игра. Вам оставить в доме эту корзину? Давай, согласен. Я за. Давай. Я подумаю себе. Конечно. Ты можешь себе. Она в комнате у тебя будет стоять. Вместе с Егором Шипом будет это. И у него каждое утро будет с Егором Кридом. Если вы хотите личного массажера, обращайтесь в директ Миллер Ев. Она приедет. Сиди. Да, не опять. Это было хорошо. Это было хорошо. Отлично, Егор.
Вы видели, как я сидел? Ребята. Хорош, да? Лучший роль. Он сидел за камерой, я думал, он играет нахуй. Если вы подумаете, что вы бесполезный человек, посмотрите на меня. Все, вопросов нет. Не понимаю, что мы уже бывшие. Прошу всех, есть главное бывшие. Да, а я сука до сих пор еще. Прилегла она. Он еще плохо знает его. Через месяц он ее заблокирует. Расходимся. Я вообще в этих фотоаппаратах не понимаю, ребят, реально. Она меня заставляет, я не хочу отвечать на вопрос. Смотри, я ненавижу интервью. Трек, Гора, почему трек называется, ты не смогла простить? А, потому что из 5000 вариантов это был самый нормальный. Не, ну... А что тебя вдохновило на написание этого трека? О, нифига, у нас фаны. А, я смотрел шоу «Орел и Решка», вот, и там подкинули Решку, и я такой смотрю, нифига себе, а я загадал Орла, типа не получилось. Потом зашел ТикТок, смотрю, там Люся Чеботина новый клип делает. И я, короче, вдохновился и написал эту песню. Поэтому все благодаря Люсе Чеботиной. Ура! Ура! Люся, красава! На создание нашей песни «Кукулё» нас вдохновил один очень крутой трек, который нам нравится обоим. Это Люся Чеботина «Халява». У этого трека вот веселое и грустное настроение одновременно. Вот такое, я тебе говорю, это дрилл. Может? Это дрилл. На самом деле, вот это стиль, которого не было еще в России, это R&B дрилл. Сказать, что я уже 8 лет влюблена в Егора Крида. Я благодарна тебе, Саш, за такую возможность побыть рядом с ним. Больше слов. Хотя бы издалека, хотя бы искоса наблюдать за ним. Мое сердечко. А я смотрю, она, знаешь, ее съемка, она вот так вот. Я всю съемку просто дышу им. Сегодня болен тобой, и завтра болен. У тебя тоже Виктор? Да, стыги. Здесь я спалился. Это просто капли. Я боюсь эту хуйню. Давай, это просто капли. Я никогда в жизни не капал ничего. Дай эти капли. Все, давай. Давай, давай, открывай глаза. Нет. Саня, открывай глаза. Нет. Давай. Я, не буду, я боюсь. Давай. Нет. Давай. Я ничего никогда в жизни не капал, блядь. Глаз. Да, давай, давай. Тебя все просим, блядь. Ты уже, понижи голову его, пожалуйста, кто-нибудь. Открывай глаза. Ты подкатишь к одной рыжей, а потом ко второй. Ну, ты же знаешь мою историю с рыжей. В натуре! В натуре, я же не считал, это вообще идеально. Вот, ну в общем, да. На самом деле все хорошо, и никаких рыжих там, все нормально. Было? А, короче, что не сделаешь ради Егора? Давайте еще один дубль, я считаю. Прям, прости, короче, ты муха прям. Прости, я не хотела. Какие звони до сих пор? Безумец, блин. Звонит. Я правда хотел, чтобы у тебя вот такая была прическа. Стоп! Мне совместимо с тобой, плевать, что тебе там сказал астролог. Не смотри мои сторис с левых аккаунтов, я не заметил из основного. Смотри, снова не вынес мусор, но никто не выносит мне голову. Не нужны 2.40 без повода, мне нужен мой джойстик без провода. Да так бывает, пускай не вышло, ты не понимаешь, что мы уже бывшие. Знаешь, у... Там прям надо прям две фразы. Ты не смогла простить. Ты не смогла простить, что я теперь другой. Мы наконец-таки сняли клип! Не буду много говорить, скажу море удачи, дачу у моря реального благодати вселенского масштаба, процветания, развития, свершения нового, естественно. Не стойте на месте никогда. Кушайте сосиску в тесте, блядь. Ну вот, и здоровье близким, здоровье маме, это самое важное. Да, здоровье. Вам здоровье. Мужики, если у вас есть здоровье, там, девочки, мужики, остальное, тут либо вы летяете, блядь, либо будете работать, там, успех. Самое главное – здоровье. Вот так, желаю всем здоровья. С Новым годом. С
единственного в счастье. С вам корешей рядом крутых. Всегда будьте с близкими и своими родными. Ребята, я хочу пожелать вам больше любви, меньше неудач, больше побед. Главное, верьте в себя, не опускайте руки и верьте в свою мечту. И чтобы в новом году этот год был очень тяжелый для всех. Пускай в этом году, в новом, у вас все будет замечательно, perfect, так, как вы хотите. С Новым годом! В следующем году, да, я думаю, что надо закончить карьеру, и я открываю свой фуд-блог и буду готовить еду для вас. Все подробности в телеграм-канале Люси Чеботиной.